Здравствуйте, 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 наши уважаемые, любимые зрители канала «Пиратская жизнь». Давай, Миша, майонез скорее, быстрее. Ну, хорош. Вы на... Да, я сказала. Вован, но... С вами, как всегда, мы, да. Мы кушаем, у нас сегодня обед. Мы доедаем сегодня свой супчик. Точнее, не доедаем, завтра еще порция одна есть. Я вас еще один день помучаю супчиком. А потом идем стричь обезьяну. Да. Причем обезьяна сама признает, что она обезьяна. Я имел другую обезьяну в виду. А что, у нас где-то там обезьянки живут? Да? А я не знала. Где? Где? Вот же рядом вот. Сидит. Нет, эту обезьяну пока еще не стрижу. Блин, все не знаю, как это. Надо записаться. Денег нету. Девочки, денег нету. Все. Пора на завод. Заработать себе на парикмахерскую. Там же платят хорошо. Да, на завод. Издельно. Вот сейчас Вован рассказывал, как некоторые там работают на заводе. Блин, я тоже хочу такую халяву. Положил этот брусочек металлический, кнопочку нажал, пошел кофе пить. Да. Через 20 минут вернулся, брусочек вынул, там какая-то деталька, да? Вот, потом новый поставил, опять кнопочку нажал, опять кофе пошел пить. Че не халява? Че там, кнопочку нажимать-то? Особенно в выходные так, да? Ходить. Вообще кайф. Вообще за двойную зарплату. За двойную, да. Вот, все. Девочки, я пошла на завод, буду устраиваться, все. Я поняла, что это мое. Понимаете, это вот мое. Я очень люблю нажимать кнопочки, если за это еще платят деньги, я еще Вована с собой возьму. Слушай, а там прямо так принимают любого, да? Прямо так пришел? Так, хватит мою колбасу жрать, это вот моя, вот это твоя конская, все. Не лезь к моей колбасе. Уже мою колбасу жрет. Так вот, легко любого принимаю, да? Ага. Любого. Прямо так с улицы пришел? Угу. Такой, хочу на завод. А мне сказали говорят. Люди, я должна идти на завод. А тебе говорят, иди отучись у нас в учебном центре. 28 тысяч стоит. 3 месяца. Потом мы тебя, может быть, возьмем. А если у меня денег нету? Как же я пойду на завод? То есть, чтобы получать деньги, я должна потратить деньги? Так, а ничего, что у нас это работает и кондиционер, и окошко открыто? Я не знаю, что ты открыл ты. Я не знаю, что ты электричество гоняешь, ну-ка выкручу. Тут батарейки ходят, вставляют. Ой, так, надо что-нибудь другое включать. Поселяем. Блин, доллар, собака падает вообще. Гады. Неужели нельзя подержать пару дней? Так раз, хоба, и все. Рано еще. Хоть как-то поддержать блогеров-то, а? Вот главное, всех они поддерживают. Вон, у мамы Вовы, сколько там, на 200 рублей зарплату. На 200 рублей, вот прям вот не знают, куда тратить, понимаете? А у нас вот даже не могут доллар поддержать. На 200 рублей. Ну, вот, кстати, если бы он был 200 рублей. Как Байден завещал. Вот мы сидим, вот не знаем, куда вот эти 200 рублей прибавки к пенсии потратить. Это ж такие бабки прям все. О, Песков. С ВПН. Так. Не бей. Ленивый. А я вот так смотрю. Раз, все. У меня так. Раз, два, три. Понимаешь, у меня тоже будет сюда. Издевайся. Дай, пожалуйста. Пиши боков. Салфеточку. У меня руки заняты. Не моя проблема. Ложку отпусти. Не могу. Попросишь хлеба зимой. Идет зима, попроще снега, да? Да. Что хрен вытащишь? Спасибо. Шикарный суп. Обалденный. Мой талант. Вкусно готовить. Один из многочисленных. Че, пойдем еще раз? После стрижки сходим в кино. На все везде сразу. Спать? Да. Правда, уже не по 100 рублей, по 190. Нет, по 190 иди сама спи.
Дороговато, да? Лишь надо такую дерьмище снимать, а? Да. Причем оно, у него рейтинги, ты понимаешь, 8. Я там что повелась-то, рейтинг 8,3. Я думаю, о-о-о. Это что ж там за люди такие сидят, которые любят арт-хаус или что-то такое? Mm-hmm. Что же у них в головах? Что вот они вот это вот? А-та-та-та-та. Чё орёт-то? Нет. Хочу узнать. Я могу что? Невероятно интересная история. О, раз к нему. Там эти. Ля-ля-ля. О, барбершоп. Во-во-во. На злобу дня. Тех. Шла. Женщина. 24. Не, 4500. Батюшки. Батюшки, говорю, к тебе домой не сбил. Да, барбершоп, это дорого. Вот, аж охренел. Знаешь, с ним там. А реально, кстати, барбершоп очень дорого. Некоторые. Ну, такой, ну смотри. Тихо, тихо. Все. Ешь, не такая молодая. Я думаю, что я Вовчика под барбершопом говорю. Сама раз и все. За бесплатно. Здесь я брошу. Сейчас обстригу. Сейчас барбер. Барбершоп. Как вкусный суп. У меня там одна женщина предложила очень много вариантов разных супов. Единственное, которое я запомнила, это щавелевый суп. О. Тысячу лет его не ела. Знаете, вот реально тысячу лет. Он делается, кстати, на курином бульоне. Там щавель добавляется, яичко вареное. Очень вкусное. Правда, сейчас щавеля-то хрен где найдешь. Чем? А где ты его купишь? В спаре иногда есть. Щавель. Угу. В спаре. Я вот никогда не видела. В коробочках. Да. Тогда похож это... на шпинат, но это щавель, только редко. Да. Но есть. Проще он куда-нибудь отъехать, да, и вот этот лопухов понадирать. Я тебе даже могу сказать, где его много. Да? Какой первый дуба. Угу. То там у матери за домами ближе к лесу. Угу. Там одиночный дуб стоит. Да. Так у него прям много-много растет уже. Да. Ну вот надо съездить там, щавеля надрать. Но он еще пока не идет же, щавелевый суп, понимаешь? Не, ну я помню, в детстве ела, мама готовила, у нас на даче постоянно рос. Вот. Мам, где она? И зеленый щи сделала. Угу. Так что? За 300 рублей. Там. Сейчас за 300 рублей. Тебе даже здрасте не скажут. Ну вот реально, знаете, вот мы подняли пенсию на сколько? На 200 или 300 рублей. Прям разгуляться. А цены подняли процентов на 50. Цены подняли на, блин, 300 рублей. Угу. Каждый. Еще на ЖКХ. Mm-hmm. Так же. Уж не знаю. Так и приходится искать 2-3 работы. Я сейчас работаю фактически на 3 работах. Ютуб, Дзен, Рутюб. Еще и дома пашу. Понимаешь? Дома я пашу. Да ладно-ка. Где? В чем? Нифига ты не плачешь. Эй, я не размешала. Да, тогда я размешаю. Я попробую лизнуть ее.
Сырочка. Шань. А сейчас я в чай плюну. А что ты мне плюнешь? А чтобы концентрат был. Я тебе не плевал же. Грубо говоря, да. Грубо говоря, плюнул. Нет. Ну я чтобы не капать на стол. Вот я сейчас облежу. У меня сейчас во рту как раз сыр. А сыр как раз. Нет, ты чё? Ой, гаденько. А я уже мешал. Так и живем. Так мне пусть бьёте. Вчера не доели, приходится сегодня доедать. Да, да. Ланцу колбасу спорол. Конскую? Сам уже как конь. Да. Кстати, в Apple убрали приложение Samsung, это, Сбербанка. Еще, по-моему, несколько приложений. В Гугле. Так что, кто успел поставить, тот успел. Кто не успел, тот... Хотя, на самом деле, там же можно, по-моему, в обход Apple. Хотя на iPhone, да, там, наверное, не получится. У них там такая сложная система, у них только через Apple Store. Apple Store только. Да. Со сторонних сайтов и прочее там не получится, по-моему, ставить. Через Google Play не получится. У них там Google Play нет. Скачать можно? Но в Google Play его тоже нет. Тоже нету? Сбербанк. Убрали отовсюду? Только на сайте Сбербанка. Бутерброд, ты кушай. Бутерброд будешь? Угу. Кушай. Следующий день. Ну, серьезно, ты будешь его, нет? Я буду. Ну, ты ешь? Сейчас вот этого съем. Так это ж напоследок, это сладенькое. Ну, как раз с чаем. Бутербродик. Бутерброд потом. Извращение. Вот просто извращение. Кисенькое. О, уже 16%. Это в Сбербанке. Не, я все, конечно, понимаю. Доллар упал. Лады упали. Вы цены тогда хотя бы верните. К тому, что было. Что-то я как-то не вижу. Я вчера ходили в спар. Наоборот, цены только выросли. Вот реально. Прямо на глазах растут. Я что-то вот не вижу, чтобы цены падали. Зарплата особо не выросла. Там все, люди удивляются. Вот у вас на работе выросли зарплаты? Ну. Да там общаешься до сих пор. На 50 рублей. На 50 рублей. Представляете, людям повысили на 50 рублей. За 8 спин в месяц это разница в 400 рублей. Гуляй, рванина. Вот так. Почему-то зарплата на 30% не поднимают, или там на 50%. Или пенсия. Это грустно. Чё говоришь? Что-то я тебя прервал. Чё? Так, бутерброд ты съедаешь? А печенечку пока съем. Вот, доедать её. Всё пока нормально. Это не месяц вообще пронзает, ладно. Кто? Печеньки. Чем будет? Ну, да. Наоборот. В этом. Чего? Уже неделька вкладывают цены на кофе из плёвочек. Что там делают? Увеличивают? Кофе. Да. И все. Какой кофе-то дорогой. Ну, по-моему, всегда был дорогой. И почем там сейчас? Большая банка 629. Вот я говорю, цены-то растут, а зарплата никуда. Неравноценно. Причем это не кофе, это жонка. 629. Азбука уральских пельменей.
жарко. Жарко. Идем прям жарим. У нас трава такая солнечная. Замучаешься. Зато у нас всегда солнце. У нас прям солнечные дни. В Тузов. Вот, а ты орал. Вот мы опаздываем. Фига меня опаздываю, спокойно. А как лучше свободное время? Тебе еще одеться надо. Надо. Ты печеньку будешь? А банан? Что? А банан будешь? И банан не будешь? Да и все. Валан не будет банан? Обалдеть. Я же не банан. А я кокос. Помнишь, а я банан. Ну сейчас такой рекламы нет, такой прикольный был. Я вижу. А сейчас такой нету. Жалко. А я вот съем туда печеньку. Ехал туда. На учебу. Сейчас. С таксистом. Да. Все больше удивляет, что они люди, которые, как сказать, в России живут и работают какое-то время. Mm-hmm. Вот. Но основная семья у них где-то за пределами России. Yeah. Они все больше поддерживают. Наши? Да. Понятно. Все, наелся плат. Ты даже обожралась. Слушай, как вкусно, вот эта колбаса, сыр. Сочетание вот этой колбасы и сыра. Обалденно. Мы еще взяли этот колбаски. Другой, правда, вчера. Жалко, что то не взяли. Хороший плат. Ты наелся? Угу. Ой, правда. Когда обратно ехал, ты видел. Кстати, а почем обратно-то? Переделанную машину. Это Лада Грант. Вот. Там сделать себе подлокотничек. Как в иномарке, чтобы удобнее было ехать. Только непонятно, зачем ему подлокотник, если у него механик. Там постоянно дергать его надо. Ну, чтобы рука была не на весу. Зачем? Ты немножко положила, отдохнула. Вот прям ложь вот так, все. Кладешь. А тут это вот, еще тянуться надо с него. Как сегодня поводилось, нормально? Нормально. Что там, уже по городу ездишь? Сейчас больше по городу ездишь, чем на автодроме-то. На автодром за выезжаешь, круг делаешь. Да, сначала. Заезд это в гараж задом, потом параллельная парковка, вот и это горка. А когда вы поедете на то место, где сдавать-то будет? Перед экзаменами. Угу. Понятно. Понятно. У тебя салфетка есть. Для этого делаем. Да? Да. Веди себя культурно. Мы ж культурные люди. Да, я что сделал? Вот, не так, Вова. Фу. Вот так надо. Да. Легкими движениями промакивать. Да. Нас же смотрят исключительно культурные люди. Да. Их это оскорбляет. Да. Да. Поэтому я тебя прошу впредь соблюдать правила этикета. Уже ближе. Все правильно. Жизнь блогера, она сложна. Потому что каждый раз приходится следить за своими действиями. Что ты делаешь, как ты делаешь, что ты говоришь, как ты одеваешься. Так вот. Да? Да, тебя тоже можно так сказать. Ничего, она так не может быть. У него стоячий. Уверенная двоечка. У тебя. Если что, у меня там детские лички есть. Поноси.
шутка. Я люблю шутить. И поэтому меня Вован очень сильно любит. Да. И поэтому меня очень многие любят. Потому что я шутница. Да? Не всегда мои шутки все понимают. Ну, такие дела. Люблю вас всех. Целую. Увидимся в следующих выпусках. Обязательно вас подписывайтесь. Спасибо всем.